императорской армии, вы знаете, со всеми вытекающими последствиями, мне были открыты двери. Если бы это было не так, плакали бы мы мои все книги. Потому что я познакомился так сначала с портнихами, потом с манекенщицами, и потом началась цепочка, которая шла очень долго. Я начал собирать документы к этой книге в 85-м году. Книжка вышла в 98-м, если я не ошибаюсь. То есть больше 10 лет ушло на сборы документов. То есть это был очень доскональный труд. И, конечно, вот бесчисленные фотографии, которые потом вот вышли в этих альбомах, они же помогают всем очень много. По ним учатся и актеры, и режиссеры, и бесконечные гримеры, и парикмахеры, и просто историки. Они хотят вот этой серии великолепные, извините, все полетело, открыток о Дэнди, о русских, о красавицах, об императорском костюме, о балете Дягилева. Их очень ждут. Почему их ждут? Потому что таких изданий у нас не было. Разные обстоятельства, и железный занавес, и лень. У нас есть очень много лени в стране. Потому что многие говорят, я бы сделала, но чай не позволяет. Понимаете? Вот то одно, то другое. Потом бесконечно я приболела, мы сейчас вот отдыхаем. Сейчас не получается. Ну и в конце концов ничего не получается. А жизнь-то коротка. И надо пользоваться всегда моментом. Потому что сейчас мы есть, а завтра... Фу! Это правда. В России часто эта тема табу. Вообще об уходах, и в частности о смерти, простите, я говорю об этом с улыбкой, никто никогда не говорит. У нас как-то это считается... Неправильно. Мы все родились, чтобы умереть. И если мы этого не знаем, то наша жизнь будет дурацкой. Нам надо знать, что нам дано от и до, и вот эту жизнь, эту линию жизни мы должны прожить так, чтобы она была наполнена не только нашими удовольствиями, но удовольствием для окружающих. Потому что многие думают, что надо жить в радость для себя. Ничего подобного. Надо в радость для других. Потому что для себя будет радость, когда кругом радость. Когда все улыбаются, все счастливы и более-менее довольны. Хотя всемирного счастья тоже не бывает. Тоже не надо забывать. Это очень индивидуально. Следующий вопрос. Какой философский у нас сегодня беседа. Мне уже письма? Письма. Письма, письма, письма. Хорошо написали. Как повлияли родители на выбор вашей дороги в жизни? Очень сильно. Потому что я родился в театральной семье от художника отца и матери актрисы. И они делали все для меня, для того, чтобы я полюбил мир театра, мир искусства. И дали мне дорогу в искусство тем, что с детства поощряли. Рисование, походы в музеи, чтение, музыку. Надо поощрять детские интересы и показать им, на мой взгляд, разнообразие видов искусства. Надо им объяснить всегда, что такое живопись, что такое архитектура, что такое скульптура, что такое опера и балет, что такое джаз, что такое современная живопись. Потому что большинство детей в нашей стране лишены культурного контакта. И меня это очень убивает из-за того, что сами родители видят только телевизор, извините, футбол, пиво и орешки, это не годится. Они бы хотели, может быть. Они говорят, как мою Светку окультурить? А она не сможет окультурить, у нее нету подпитки у самой. И, конечно, книга для меня вот лучший подарок, я поэтому страшно рад тут показать вам мои последние издания. Я очень люблю, когда люди читают, я люблю, когда они читают мои книги, чужие. Это страшно важно. И детям книги с картинками невероятно важно, чтобы они могли увидеть. Мои родители всегда мне помогали в этом. И я им очень благодарен, и они это знали, что я им был благодарен, потому что мы не расставались очень долго и с моей мамой до последних минут. Всегда были очень-очень-очень близки, спаяно близки. Какой еще у вас вопрос? Да. Пожалуйста, моя маленькая кошечка. Знаете, тоже студентка очень хорошая.
в МГУ занимается. Да. Александр, скажите, смотрите, пожалуйста. Какая модница. Перчатки, смотрите, какие туфли. А? Элегантно и породисто, правда, не вульгарно. Секси, но в меру. Это тоже важно, да? Чувство стиля. Потому что у меня занимался, я себя хвалю. Давайте дальше, да. Пожалуйста. Спасибо. Да. Я читала, что у вас есть фамильное имение в Литве. Правда. Вы бы не могли рассказать о своей родословной? Ой, вы знаете, это будет, конечно, похвальба. Спасибо. Я расскажу вам. Действительно, моя мама польского происхождения. И это очень старинный род Гулевичей, которые берут свое начало в глубине веков. И произошла наша фамилия по матери от слова «гулять». Потому что это были рыцари, гулёны. И я, изучая литовские архивы, нашел даже очень интересный документ исторический о том, как один из моих предков был пойман и арестован в Вильно, в теперешнем Вильнюсе, за пьяную драку в таверне в 1576 году. Давно было, да? Давно. Он буянил. Буянил и доказывал, что соболья шапка была его. А на самом деле в деле написано, что это было другого посетителя таверны. И у них вышла потасовка в это время. 16 век. Уникально, правда? Потом они переселились на Волынь. Потом они ушли в украинские земли. И занимались добычей руды. Потом руда исчерпала себя. Они искали новых земель, стали помещиками. И у них был герб, у нас есть герб, и там, по отцовской линии, по материнской линии. И вот он как раз в книге опубликован «Русская мода». Вот здесь вот на странице как раз вот видно, хорошо держу. Это герб моей мамы, ее рода. Он как раз вот такой рыцарский. И часть ответвления нашей семьи поселилась тогда в Польше. Но до 40-го года это была Польша, а потом стала Литва. Перипетии, границы поменялись. И таким образом в Виленском крае живет очень много потомков поляков. И там сохранилось имение. Имение, которое называется Кривой Погорок. Кривой, значит, пригорок. Это имение, которое мы купили в свое время. В 1912 году у помещика Миллера сохранилась купчая. Потом пришла советская власть и сделала в этом месте национальный парк. А потом земли эти стали возвращать. И стали возвращать дома. Но там уже была коммунальная квартира. Там уже жили люди. Поэтому пришлось все выкупать. Никто ничего так вам не отдал. И теперь там сплошь гулевичи живут, и мы очень счастливы. И действительно, там очень большой сад, гектар земли вокруг дома, очень красивые деревья, старинный вишневый сад, как чеховский, старинный яблоневый, знаете, яблони, которые мой еще двоюродный дедушка сажал. Это так все, ну, как бы родное, ценное. Очень много роз, я там вывожу редкие сорта роз, которые старинные русские. Вы знаете, что у нас раньше было? Образцовое государство с розами. Звягинцев, Франко-Русский союз, Малахов, генерал Епанчин. Разные были интересные сорта, которые мы сами выводили. Царица Северная, Финляндия сохранилась. И эти розы собираю. В разных странах есть отросточки. И просто интересно, как, ну, мне лично из ностальгических соображений приятно видеть, что я могу такой сад собрать, правда? И любуюсь я на эти цветы, потому что в свое время у дедушки был самый образцовый розарий. Но восстановить его очень трудно, потому что надо работать. Я же там не сижу целый день, у меня есть садовница. Она мне помогает. Вот так случилось. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня очень интересно одеты. А каким образом вы формируете свой личный гардероб? Мне кажется, я сегодня неинтересно. Спасибо за этот вопрос. Мне понравилось. Вам понравилось? Душенька, я одет почти в дорожное. Вот вы представьте, я сейчас с самолета. Я встал сегодня в 4 утра. На Волге это было. Сел в самолет, потому что я думал, а вдруг я опоздаю сюда. Потому что вчера был страшный снегопад. Поэтому я оделся сразу.
для того, чтобы поехать на телевидение. Но я успел заехать домой, снял только свитерок и прибыл к вам. Я стараюсь одеваться так, чтобы походить на Васильева. Понимаете, потому что от меня чего-то ждут всегда. Вот, например, я ввел в моду шарфики. Они были и до меня, но в России никогда мужчины шарфики не носили. Теперь вы смотрите, Вячеслав Михайлович Зайцев без шарфика на экране. Ни-ни, правда? И масса других, потому что это стало уже каким-то таким общим местом. Ну да, там шарфик, как дизайнер в шарфике. И стало приятно. То есть я, конечно, поддерживаю свой образ. Этот образ складывается иногда из модных тенденций, иногда из моего веса, который тоже варьируется. Я это прекрасно понимаю, потому что я гурман, очень люблю покушать. Это дикий бич. Когда я вижу вкусные пирожки, это плохо. Пирожкам и мне потом. Ну и, конечно, отражается все это на нашей фигурке. Правда жизни. Линия жизни, да, спасибо. Александр, вы затронули тему пирожков, очень важную для каждой женщины. Да, я люблю. И как большой гурман, умеете ли вы сами готовить? Да. И считаете ли, что есть мода на еду? Да, конечно. Вот одно время меня на телевидении даже все время брали на передачи «Поваренные». На разных каналах. Дошло до того, я вам скажу, один случай со мной произошел во французском посольстве. Я пришел 14 июля на праздник взятия Бастилии, и ко мне подошла какая-то дама и сказала: «Это же Васильев, знаменитый наш повар». У меня есть хорошие рецепты. Многие эти рецепты у меня спрашивают. Я считаю, что рецепт должен быть такой, чтобы вы положили, забыли, вытащили, и это будет прекрасно. Но я против того, чтобы все смешали. Вот у нас есть такая тенденция, многие звезды нашей эстрады, писатели приходят на передачи и говорят: я вам расскажу мой рецепт. Я вам приблизительно его передам. Вы берете перчик, вы берете огурчик, вы берете картошку, вы все мелко рубите, вы берете немножко мяса, немножко масла, немножко сметанки, немножко все это засыпаете. Ну это же ерунда. Это неправильно. Ингредиентов должно быть немного, они должны быть тонко выбраны, и они должны вкусовым качеством совпадать. Я против того, чтобы мы все смешали, получается неплохой салатик. И потом в скороварке вы все это варите. Что это за глупость? Конечно, как мы все любим покушать, это бич наш, это наш бич, потому что, как говорят англичане, moment on your lips, lifetime on your hips, минута во рту и годы на бедрах, никогда не надо забывать. Когда вы видите что-то вкусное, вы себе это говорите. Вот скажите: минута во рту и годы на бедрах. Правда? И ничего нельзя сделать. Поэтому это как-то сразу у нас так... Да, действительно, года на бедрах не надо. А вкус-то приятен. Мы любим это, да? Да, спасибо. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот в одном из интервью вы назвали утверждение стандарта женской фигуры 90 на 60, 90 проявлением фашизма. За что это? Вы знаете, как мало женщин со стандартом 90-60-90. И как много женщин совсем с другими стандартами. И как мало вообще модельеров, их почти что нет, которые готовы делать для чуть-чуть побольше или сильно побольше. Практически никто никогда для полной фигуры не делает ничего. И не делает ничего для тех, кому за 30. А извините, а как быть всем остальным? Я считаю, что это дискриминация. Надо жить так, чтобы ваше тело было в гармонии с вашей душой. А худышка вы или толстушка – не важно. Важно, чтобы вы себя хорошо чувствовали, и это не мешало вашему здоровью. Поэтому я считаю, что этот стандарт, как любой стандарт, это диктатура. А я не сторонник, извините, диктатур. Простите за эту правду. Вот, хорошо, спасибо. Я ответил. Да, пожалуйста.
Уважаемый Александр, я хотела вас спросить. Я знаю, что вы еще мальчиком снимались на телевидении. Да, почему же вы не выбрали актера? Я вам скажу, я не выбирал. Дело было так. Моя мама была актрисой в Центральном детском театре. И там снимался телефильм, который назывался «Женька наоборот». Но им нужен был ребенок в возрасте 7 лет. И такого ребенка ни у кого в театре среди актеров не было, кроме меня. И моя мама сказала: на этот эпизод маленького Женьки возьмите моего сына. Я прошел пробу. А пробу проходили тогда следующим образом. Вас фотографировали, естественно, под светом, а в костюмах. А затем вам давали выучить текст. А у меня была и осталась, слава богу, очень хорошая память. И я прочел текст 2 раза и наизусть все мои монологи знал. А ребенок в 7 лет, который наизусть может рассказать, пойди поищи. Это просто... И они меня взяли. Ну и все. И тут началось звонок. Моей маме: Татьяна Ильинична, у вас есть сын. Он вот тут снялся, мы его видели. Давайте пойдем в другую передачу. Была такая передача «Театр Колокольчик». И Колокольчика сделали меня. И я был ведущий этой программы в синей шапочке колоколом. Только дети, какие-то гуси-лебеди, театры, куколки. И все это так хорошо шло, что они решили запустить новую передачу. Называлась она «Будильник». Воскресенье. И я прошел тест. И я стал мальчик-будильник вместе с Надеждой Румянцевой. И я стал сниматься и в «Спокойной ночи, малыши», и детские «Приходи, сказка», и телефильмы. Но это очень плохо отражалось на моей успеваемости в школе. Я никогда не мог ходить на уроки, потому что все говорили: а где Санечка? Санечка на съемках. И, конечно, зависть среди соучеников. Но, в конце концов, я подрос, и когда мне уже исполнилось лет 14, мне сказали: баста, хватит. И, короче, у меня была карьера в течение 7 лет. А во Франции я снялся в нескольких фильмах, но в эпизодах, не будучи актером. Сначала меня приглашали в эпизоды играть плохих русских, потом стали приглашать играть хороших русских. Что еще вам рассказать? Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чувство стиля – это врожденное или приобретенное Леночка, качество? Леночка, знаю точно, врожденное. Вот вы знаете, многие поспорят и скажут: нет, мы не хотим, чтобы вкус был врожденный. Но ведь мы же ничего не можем сделать, если человеку медведь на ухо наступил. Он петь не может? И он не может петь всю жизнь? Даже если вы его научите или ее в хор, возьмут, но в задний ряд. Правда? А на сольные роли нет. Так же и со вкусом. Есть люди, которые рождаются со вкусом, а есть, которые рождаются безвкусные. И тут хоть кол на голове тиши. Можно научить элементарному. То есть сказать: вот этот тончик с этим тончиком. Правда? Вот это лучше с этим. Можно сказать: белое-черное, не ошибетесь. Правда? Никогда никто ничего не ошибался. А есть вещи, которые, конечно, люди не хотят согласиться, что бывает вкус, а бывает безвкусица. Это как талант драматический. Есть люди, способные играть комедию и драму, а есть, ну, никак, правда, хоть бы они занимались художественной самодеятельностью. Поэтому вкус может быть и в зачатке. Обычно он рождается у тех, у кого был вкус у дедушки, у бабушки, у мамы и у папы. Это как-то, правда, передается. Для того, чтобы это передавалось следующему поколению, надо, чтобы вы сами себя развивали, культурно развивали и воспитывали в себе чувство прекрасного. Потому что вкус – это все-таки утонченное вкус, чувство прекрасного, чувство пропорции, чувство гармонии, чувство цвета. Его никогда ни за какие деньги не купишь. Правильно? Спасибо. Я сегодня прям разошелся. Да, мадемуазель, слушаю вас. Микрофончик можно передать этой милой фее? Феечка, я весь внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Уважаемый Александр, говорят, что
новое — это хорошо забытое старое. Верно говорят. А вы как историк моды не приходите к такому выводу, что новые тенденции в моде — это хорошо забытое старое, но с изменениями каких-либо мелких деталей? Да. Согласен наполовину. Сегодня тенденция ретро. И мы все время живем в эпоху пережевывания 60-х, 70-х и теперь 80-х годов, которые уже достаточно отдалились от нас, чтобы стать прекрасными. Знаете, в свое время Оскар Уайльд говорил, что мода смешна за год до своего появления, вульгарна через 5 лет после того, как она прошла, забавно через 10, романтично через 20, прекрасно через 50. Так случается всегда, это незыблемо. Поэтому сейчас, например, очень популярны 80-е годы. И мы входим в тенденцию обожания этих годов. Будут опять подкладные плечи, японки, леггинсы и короткие стрижки. Это так будет. Но были периоды в моде, когда был популярен футуризм. Например, 1920-е годы не повторяли ничего, когда женщины открыли спину, ноги, стали танцевать Чарльстон, остриглись коротко, не дублируя. 60-е годы, когда Валентина Терешкова слетала в космос, и женщины захотели ходить в скафандре, в сапогах-чулках и во всем блестящем, носить серебро. И это не повторение. То есть в моде бывает и ретро, и авангардизм. И между ними есть еще очень много градаций. И другой еще интересный вот такой факт я хочу вам сказать, что мода, к сожалению, меняется совершенно только после войны. Это грустная тема, но она такая и есть. Когда очень много мужчин погибает, механизм таков, и масса женщин одиноки. И для того, чтобы произвести эффект, понравиться, стать манкой и желанной, надо выделиться из этой армии красавиц. А как из армии красавиц выделишься, когда все красивые, все худые? После войны полненьких не бывает. Не бывает. Из войны толстушек никами не выходят. Надо что-то в своем костюме сделать. Так вот родилась мода 20-х годов, так родился New Look 50-х годов, в 47-м году у Кристиана Диора. Грудь, талия, бедра. Оригинально, правда? Таким образом, я бы хотел, чтобы у нас было вечное ретро. Я бы не хотел, чтобы была новая война, это мое личное мнение, чтобы вдруг нам всем пришлось катастрофически поменяться. Поэтому давайте жить в ретро, играть в старые периоды, все это пережевывать, но без драматических изменений. Правда же? Спасибо. Что побудило написать книгу «Европейская мода. Три века»? Ну, эту книгу, во-первых, конечно, я написал на базе моей коллекции. Я вам хочу сказать. Дело в том, что я очень много лет собираю, как вы знаете, старинные вещи. Собираю платья, веера, шляпы, сумки. И у меня огромная коллекция. Коллекция огромная, чтобы вам сказать, состоящая приблизительно из 10 тысяч предметов одежды. И к этому еще прибавьте приблизительно около 15 тысяч фотографического материала. Это небывалая частная коллекция, которую я регулярно выставляю. Вот я недавно делал выставку в Стамбуле, до этого я делал в Париже, в крупнейшем музее моды. Я делал выставку в Лондоне, делал в Брюсселе, делал выставку в Южной Америке, в Австралии делал выставку, в Сиднее. То есть, короче, есть о чем говорить. И вот собирая эти все вещи, мне повезло найти людей, которые захотели сфотографировать и издать. И в результате вот этой работы появился мой том, который, конечно же, послужил толчком и для других выставок, и для других исследований. Если вы хотите писать книги, помните о трех камнях преткновения. Очень трудно найти первую тему для книги, чтобы она была оригинальная, нужная, и ее написать. Второе. Очень трудно найти издателя, который будет готов эту вашу книгу
издать, а третье, ее надо продать. Потому что вы можете ее напечатать и грудку этих книг вот так одну на другую сложить, и она у вас на складике или дома будет лежать. И вы первые 50 книг распространите среди друзей, следующие 25 среди друзей друзей. А дальше что вы делаете с тиражом? Поэтому вот когда у вас книги улетают в лед, вот что случилось с моим последним изданием, она вышла 2 недели назад. За 2 недели тираж был распродан. Мы пошли на переиздание. Ну как это? Без рекламы. Вот я вам клянусь, мы никогда не говорили, никто издатель, нигде, мы ее нигде не показали. Просто они сказали, что написано? Васильев. Про что? Про моду. Берем. Потому что моя аудитория женская, она хочет это знать. А мне говорят, а где же мужчины? Вот я вижу, тут сидят раз, два, три. Ну, обчелся. А вы знаете почему? Я недавно был на радиостанции. И выступал там в одной аналитической программе. Мне сказали статистику сегодняшнего дня. На 6 работающих женщин в России приходится 1 работающий мужчина. Понравилось вам? Ну а что же делать? Потому у нас здесь женщины сидят. Потому что их больше. И потому что они интересуются, потому что они хотят культурно развиваться. А мужчины в это время зарабатывают деньги. Те, кто остался. Кто остался в бою. Кто боеспособный. Вот так вот я вам ответил на ваш вопрос. Извините, спасибо. Я езжу по городам. И вот теперь, например, в Челябинске организовали маленький музей моды, как вам нравится. Вот мы купили вашу книжку, посмотрели и из дома принесли, что могли. Ну, приятно, и это толчок. Значит, это дает к хорошему толчок, понимаете? Не к плохому. Это же все-таки я не водку учу пить, правда, и сквернословить. Это же то, на чем наша культура должна зиждется вот на таких энтузиастах, как я, на таких коллекционерах. Потому что, знаете, ведь наша культура сплошь была в начале 20 века на меценатах и коллекционерах построена. Смотрите, что делал Бахрушин, что делал Морозов, что делал Станиславский. Они все собирали что-то, правда? Цветков, Щукин. Они собирали Цветаев. И вот результаты. Остались от них музеи какие-то. Я надеюсь, что, может быть, и из моей коллекции будет такая же участь. И я продолжаю коллекционировать. Очень много получаю даров, очень много приобретаю на аукционах, в блошиных рынках. Без конца хожу в Париже. Когда я в Париже, это тоже не всегда. На блошиный рынок покупаю там немало. И на интернет-аукционах. Вот сегодня ночью купил очень красивый веер 18 века. В США французский веер эпохи Марии Антуанетты в великолепном состоянии, с очень красивым рисунком, за цену приблизительно в 3 раза меньше, чем он стоил бы во Франции. Потому что не было интереса среди других покупателей. И продолжаю расширять эту коллекцию. Хочу закрыть все лакуны. Сейчас я очень много ищу именно 18 века, потому что это дальше всего от нас. Понимаете, уже по времени просто отходит. Мне неинтересно собирать вещи конца 20 века, их слишком много. Редкие вещи, которых потом не нахожу. Эпохи Ампира, эпохи Наполеона. Я очень много нахожу сейчас в продаже платьев, в эпохе романтизма. То, что редко, и что в русских музеях даже редко. Вот когда вы смотрите коллекцию Эрмитажа, исторического музея, даже у них не сохранилось. Ну, потому что эпоха очень давно была, поймите. Все, что ближе к нам, чаще встречается. Вот такие мои новости. Спасибо вам. Спасибо.